Всем привет! Итак, товарищи из Украины, спешу вас уведомить о том, что 16 ноября будет вот такое вот соревнование от Samsung R&D центра, то есть Research and Development Center в Украине есть от Samsung. И они проводят 16 ноября конкурс, точнее не 16, а 18. Это вроде бы будет воскресенье. И на протяжении суток нужно будет выполнить 4 задания. Языки C, C++ или Java. Дальше 25 ноября топ-50 участников, ну, победителей, да, там, примут участие во втором раунде, уже непосредственно в офисе. Так вот. Всем, кому это интересно, более того, всем, кому это интересно и плюс к этому еще вы хотите, возможно, трудоустроиться в Samsung R&D центр, могу сказать, что ну, в целом там довольно-таки интересно, то спешите принять участие. То есть еще время до 16 ноября. Ну, призы тут понятно, есть призы. Вон первое место Samsung Galaxy Note 9. Tab, второе место, а третье какой-то монитор. Какой-то хороший монитор. Что я могу сказать от себя? Ну, предполагаю, что задания там будут по типу, ну, если вы видели Timus.ru, такой ресурс, там такие олимпиадные задачки, то, скорее всего, будет что-то подобное. Обычно, ну, если там все осталось так, как и было раньше, то задачи, ну, вряд ли вы найдете решение этих задач в интернете. Поэтому лучше подготовиться, если вы хотите, да, потому что я уверен, ну, почему-то мне так кажется, что топ каких-то участников, для топа каких-то участников будут какие-то от Samsung предложения по работе. Много компаний устраивают вот подобные соревнования. Там в России Mail.ru, еще какие-то я видел, и они таким образом себе, ну это как бы лучшее, можно сказать, собеседование, да. Так вот, задачки, я предполагаю, будут по типу Тимуса, решений которых вы вряд ли найдете в интернетах. Будут задачки, скорее всего, связаны как раз там с типами данных, там списки, наверное, деревья, возможно, там какие-то поиски по графам там и все такое. Возможно, будут какие-то хитрые задачки, в которых можно будет использовать там битовые сдвиги. Не знаю, но задачи должны быть интересные. Поэтому не откладывайте. Начинайте готовиться прямо сейчас, если вам это интересно. Вот. Ну, в принципе, все. Поэтому все, кто с Украины, пожалуйста, регистрируйтесь. Я оставлю вот эту ссылочку, прям вот в таком виде. Мне ее прислал товарищ, поэтому я оставлю в описании к ролику. И, ну, в принципе, можно вот это вот убрать, убрать и зарегистрироваться. Но я оставлю вот такую. Мне товарищ ее прислал, поэтому, если вы будете регистрироваться, то, если вам не сложно, регистрируйтесь по полной ссылке. Возможно, что-то товарищу будет, да, там скажут спасибо, друг. Возможно. Не знаю. Ну, а на сегодня все. Бежим на Тимус и подобные ресурсы и пытаемся в темпе порешать все задачки, чтобы принять участие в этом конкурсе. Ну, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.